Привет, ребят. Всем привет. С вами Диазона ТВ. Сегодня мы находимся на озере Старый Острог. Решили половить линя. Проверили много точек. И вот это более-менее актуальная, да? Точка у нас 35-58. Находится она в квадрате Е3. Как вы убегаете с базы, чуть-чуть налево пробегаете. И вот она. Клипса у нас 7. Клипса у нас 7. Ловим мы, значит, на большой первый крючок. На сыр без прикормки. Поводок у нас плетеный шнур 12 килограмм. Почему поставил 12 килограмм шнур? Потому что, когда облавливаю точки, много очень амуров клюет на той или иной точке. Вот, и поэтому его поставил. В принципе, если 6,8 поводок поставить, то будет что-то поинтереснее. Так, в прилове у нас... Блин, у нас где-то рыба сидит, да? А где она сидит? А, ну я испугнул, походу. В прилове у нас находится карп. Карп чешуйчатый, вот на сыр у нас залетел, сырный кубик. На 16 килограмм крокодилий глаз. Ну, тем не менее, линя вот тоже у нас есть. Достаточно большое количество, это улов. Ну, примерно плюс-минус, вот видите, 50 минут. То есть линь клюет, и клюет, в принципе, активно. Если на него еще сделать прикорм, стандартный, да, то есть линёк может быть на 2-3 хвоста в час будет побольше. Ну, как вариант закрыть трофея, тем более на остроге линь у нас находится в картинках водоема, и поэтому можно будет попробовать закрыть, попытаться. Ну, нет, может быть, вы поставите там 6-й средний крючок, поводок 6,8 под глину, да, и у вас что-то более-менее удачное получится. Вот видим, что опять линёчек у нас. В принципе, все сборки у нас идентичные. Шнур 12 килограмм. Ну, плетёный шнур 12 килограмм, поводочек, большой первый крючок, сырный кубик. Линёк у нас клюет хорошо после 18.00 и где-то до 10 утра. До 10 утра, где-то с 4 до 10. Ну, с 4 даже до 8. Вот так. Вот также в прилове у нас... Есть плотва, карп чешуйчатый. Ну, в принципе, особо больше другой рыбы не было. Вот, вы это прекрасно видите. Что могу сказать? Повторюсь, координаты 35-58, клипса 7. 7-8-9 будет актуально. Закидываем не сюда, а именно вот сюда. Вот здесь вот клев намного хуже. Практически не клюет, да. Ну, может быть, конечно, там сидит трофей залетный. Как они бывают, как они... Получается у нас, в принципе, у нас любой трофей залетный. Еще раз, клипса 7-8, 7-8-9, 35-58, квадрат Е3. Убегаем с базы налево. Что могу сказать? Ни хвоста, ни шуи, ребят. Там был у меня Зона ТВ. Всем пока-пока.